Да. Я вам еще раз повторяю. Я вошла, никого не было. Это квартира моего бывшего мужа. Я знаю, что он оставляет ключ под ковриком, поэтому вышла. Вы бы лучше занялись тем, чтобы найти моего сына. Так, я не понял, кто отдал приказ допрашивать? Все, вышли отсюда, вышли отсюда. Что ты делала вокруг? Я думала, может быть, он мне скажет, что с моим сыном, раз ты не можешь. Слушай, Марин, я этим занимаюсь. Я не понимаю, почему ты мне сразу не сказал? Как? Как ты мог мне врать? Я не хотел, чтобы ты переживала. Ты понимаешь, что это мой сын? Это мой сын! Ты понимаешь это? Чуть-чуть, Марин, успокойся. Давай, возьми себе в руку.